Как делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатипионерка вожатая. Лагерь вожатая, наконец-то я так соскучилась, я вообще всю жизнь мечтала быть вожатой. И сегодня мы находимся там, где живут самые счастливые родители на всей планете. Ведь каждый год по 4 раза они отправляют своих детей в лагеря и наконец-то могут от них отдохнуть. Сегодня мы находимся там, где каждую ночь возле костра в полнолуние все рассказывают страшные истории. И сегодня мы находимся там... А можно, можно мне сказать? Мы сегодня находимся там, где девочки всегда влюбляются в парней вожатых. И не надо, вот не говорите мне, что это все неправда. Знаю я вас, знаю, сама там была. А где мы находимся-то сегодня, а? А, ну мы находимся в этой, в Ялте, в поселке Гурзу, вроде как он называется. Это самый типичный лагерный город, там пол России детей побывало, там даже я была. А какие там костры, какие песни под гитару. Я, кстати, там первый раз влюбилась в мальчика, такой блондин был, голубые глаза, да? Он меня как-то раз на свидание позвал в ночной лес погулять. Я думаю, ну нифига себе, вот это напористый молодой человек. Ну мы пошли, правда нас там чуть лисы не сожрали, а так все хорошо было. Он мне подарил шишку еловую, я ее, кстати, выбросила потом. А вы что подумали, что я ее храню до сих пор, ага? Я тебе сейчас такую шишку подарю, а у меня тоже. Я, кстати, тоже в лагере первый раз тогда втюрился. У меня там девушка, брюнетка такая была, черные волосы. Да, я тогда вообще первый раз влюбился просто по уши. И мы с ней вроде первый раз поцеловались, да, это все в лагере было. Я тоже в лагере первый раз поцеловалась, так что вот да. А я в лагере второй раз поцеловался, а потом а третий. А я 10 раз в одном лагере целовался. 15 раз. Слушай, ну езжай в свой лагерь в Гурзуф туда. Ты тоже. Ну и все. Катюха! Чего? А чё это там спереди такое? Так, должна быть деревня, как обычно, мы же в Майнкрафт, но... Это как бы да, но чё-то деревня-то нифига необычная посередине ли... Опа! Ещё еноты здесь гуляют, смотри, какой огромный! Давай заберем домой, а? Давай заберем, пошли с нами, пойдем, он за мной пошёл! Енота нам еще дома не хватало, коня. Нет, лесное животное, пускай здесь и гуляет. Слушай, у меня вопрос-то такой. А в 25 лет в лагерь еще забирают или нет? Слушай, тебя могут еще забрать. Ты тот еще ребеночек, конечно. Говоришь, обычная деревня, да? Посередине леса. Ничего такого примечательного нет. А то, что дома здесь все на деревьях, тебя не смущает? Так это же мечта детства просто. Вот ты разве не мечтал, чтобы у тебя был свой домик на дереве? Конечно, мечтал. Так, смотри, а это пионер какой-то, походу, местный, да? Так, фиолетовая палатка моя, отойди отсюда. Да оставь ты эту палатку в покое-то, а? Мы сюда пришли, чтобы не в палатке заселяться, а чтобы пойти по этим домам и посмотреть, что здесь внутри. Так, иди сюда! Ты смотри, здесь есть лестница, давай мы тогда на нее залезем и посмотрим, а? Так, все, вот на этот залазим. Слушай, а я не упаду, я вас не умею совсем. Да ты, главное, аккуратненько там будь. Давай залезай уже под ноги, смотри. Это что такое? Подождите! Это капкан! Так я тебе сказал, под ноги смотри! Дури... У тебя бинты есть! Тащи бинты скорее! Какие бинты? Нет, у меня никаких бинтов! Ну ты... Подожди, как? Опа! А вот почему ты в него наступила! Потому что там пурпурный краситель внутри был, да? Этот капкан у меня все сердечки почти снес, последнее осталось. Аккуратнее будь тоже, ага. Ну тогда я внутрь туда заходить не буду. Посмотри, что там в сундуке. Так, в сундуке у нас... Маршмеллоу! Так, все себе забирают 12 штук. Так, аккуратно. Ага, а как ты сейчас выйдешь отсюда? Так, подожди, в смысле? А с другой стороны выйду, тут я... Тут тоже был капкан! Ну давай я тебе еще в 20-й раз повторю, чтобы ты аккуратнее.
ней была. Ну давай, выпрыгивай ты с него, вылезай! Я пытаюсь, блин. Я что, медведь, что ли? Почему меня капканы ловят? Ну потому что это лагерь, это лес. Естественно, то, что здесь куча всяких диких животных. И нам с тобой надо аккуратными быть. Смотри под ноги, самое главное. Так, здесь капканов нет, заходи. Нет, здесь есть капканы, но только уже в сундуке. Это же что? Это же зефирки на палочке. Так это надо найти костер и пожарить их. Вот так вот, смотри. Берешь, ставишь и жопу себе откусываешь этим капканом. Ну давай ты хотя бы разочек в капкан залезь, а? Ну что ты как этот? Не буду я ни в какой капкан залазить. Я сейчас наоборот пойду, какой-то капкан в лесу поставлю, мы с тобой кабана словим, а потом зажарим. Прыгай давай. Ну ты прям настоящий охотник. Конечно, мы в лагерь приехали или на охоту, а? А вы когда в лагере были, вот вы жарили сосиски там на палочках, на веточках каких-нибудь там, картошку, фольгу заворачивали, вот это все, короче, хавали там, да? Ой. Было такое аккуратно, еще один капкан. Было такое, картошечку в фольгу заворачивали, такая вкуснотища получалась. А тут у нас в сундуке вроде как раз-таки маринованное мясо. Есть, есть, я вижу. Немножко уголька, немножко спичек и... Держи мясо. Сейчас как раз-таки пойдем зажарим что-то. Пошли за мной. Нифига себе, это что за лагерь-то такой, а? Какое мясо, какой шашлык вообще? А ты костер разводить умеешь, не? Вроде как там надо поджечь и будет огонь. Так, уголь. Ага. Во, вроде работает, сейчас, подожди, не тыкай ты этим маршмеллоу в костер, подожди. Сейчас тут набор какой-то для гриля у нас есть. Поставим его вот, вот, смотри, а вот сейчас уже на это попробуй маршмеллоу поставить. Эй, главное не спалить, а то знаю, они потом потекут, блин, и костер потушится весь. Просто был уже опыт. А я вот возьму мясо, сюда поставлю, сюда, сюда и сюда. 4 кусмана сейчас с тобой заточим, обожремся просто до потери пульса. Гитару надо найти. Тут смотри, даже бревнышки есть. Сейчас разожжем еще костер посильнее и будем петь. Где все вообще? Ну тогда, пока мясо у нас жарится, давай пойдем вот того пацаненка позовем, который был в начале, у которого ты палатку отжала. А я пойду проверю, что там находится в этой кузнице. Так, смотри, поварешки здесь дофига. Угли, это нам точно пригодится. Иди зови пацана, а я вот проверю, что здесь внутри. Пацан! Пацан, возле фиолетовой палатки, сюда ходи, ко мне. Ага. Ага, здравствуйте, слушай, а я походу это, дом вожатых нашел, иди сюда. Так, подожди, мелкий, за мной, давай, быстрей, не отставай. Какой мелкий, сюда давай, заходи ко мне. Здравствуйте, так, давай, представляйся, мы же здесь новенькие как бы. Так, меня зовут как меня там звали, вожатая пионерка, в общем-то. Екатерина пионерка вожатая ее зовут, а я кто такой, вам на самом деле знать не надо. Так, сосиски! Держи сосиски, держи сосиски! Это я люблю! 3 алмаза и гитара, забирай себе гитару и забирай вот это, уголь забирай. И потопали отсюда. Ой, знаю я, какие тусовки у этих вожатых тут происходят. Да-да, поэтому давайте жопки свои поднимайте и пойдемте с нами. Шашлычок, гитарка, давайте. Вот это все. У нас там сосиски, у нас там мясо жарится. Тем более, вот смотрите, ночь уже наступает, солнце садится. Сейчас рассадимся возле костерочка. Сюда, белобрысый, иди. Возле костерочка сейчас разжаримся мясо. Вот, мясо в угли превратилось. Ну, передержал немножко, пиду, с кем не бывает. Я же не профессиональный этот шашлыкодел. Сейчас еще раз пожарим. Все, давайте, рассаживайся. Катя, тащи бревно сюда. Какое бревно? Ну, там сзади места не хватает. Бревно еще одно. Оксана! Оксана! Ну вы же здесь эти, как их, самые вожатые, или мы? Вы должны за этим следить. Так, меняем место, садимся вот туда, к тому костру. Так, Артемка, принеси это бревно, быстро. А я пока мясо дожарю, ага, вот. И у любви у нашей села батарейка. И вместе. Ой-ой-ой-ой-ой. Батарейка. Ну что ты мне не подпеваешь? Батарейка. Я больше не знаю лагерских песен. Чё, это совершенно не лагерская песня была.
Это лагерская песня, ты что, ну давай свою предложи, давай свою. Да я как бы не умею, опять в это, в угли превратить, да вы меня отвлекаете, я мясо нормально пожарить не могу, господи. Так я не умею петь, не умею на гитаре играть, я вообще за это браться тогда не буду, держите по кусману. Да ты мясо жарить не умеешь, все, ребят, расходимся, мяса не будет. Да будет мясо, вот, вот, хорошо пожарил. А вот сейчас, пока еще два куска жарятся, давай еще одну песню, только нормальную. Так, погоди, ну я не говорю, я не знаю больше чего. Мы всегда пили батарейку вот эту вот. Что еще? Страшные истории. О, а вот страшные истории рассказать как раз-таки можно. В темном-темном городе, в темной-темной квартире, в темной-темной комнате жил темный-темный кот. И у этого темного-темного кота... Так, все, 22:00, отбой. Всем спать. Ну, какой спать? Мы же только начали веселиться. А страшная история про страшного кота, который страшный был. Ну, что-то какие-то скучные вообще. У нас вот вожатые в лагере всегда разрешали до 11 посидеть. Ну, тем более, да я там такие страшные истории... Да, вообще не говори! А вот сейчас у меня реально сердце остановилось, ну ты хотя бы предупреди! Я просто с бревна встать не могла. Ну, в принципе, реально, а чё допоздна здесь сидеть, пердеть? Если все уже разошлись, то как бы мы давай потопаем. Мяса уже нет, уже все доели. Вот, старпёры вы! Да чё старпёр, чем раньше пойдем спать, чем раньше завтра проснемся. Ну вот и всё. На рыбалку пойдем. Да может и на рыбалку пойдем, я не знаю. Пошли тогда, все, забирай манатки, потопли. А какой домик-то займем? Мы даже никакой домик не выделили, чтобы мы где-то спали. Только не тот, который с капканами. Ну да, пошли вот, вот, допустим, вот сюда куда-то пойдем. Ты это слышала сейчас? Да слышала, конечно, но а что ты хочешь? Мы в лесу, тут, конечно, есть звери, там, волки, да банально собаки, еноты. Ну, в принципе, логично, но тогда я тебе предлагаю не засиживаться здесь. Если как бы волки вышли в лес, то нам надо валить, и нам надо идти тогда с... Тихо, спокойно, спокойно. Тихо. А почему волки на двух лапах бегают, а? Тебе показалось, пошли быстрее в дом. Тебе показалось, это просто, это может быть, это человек? Мохнатый, с двумя ушами огромными, с красными глазами человек? Ну не брился, может, давно пошли в дом. Может, и не брился, я не знаю, так пошли в палатках, мы с тобой точно сейчас спать не будем. Так, смотри, мы в этом доме еще не были, может, мы... Оперный ты тихо. Под ноги смотри, здесь что-то очень много капканов внутри. Заходи туда, давай быстро, заходи. Так, тут тоже капканы, аккуратно. Так. Посмотри сундук, посмотри сундук. Ну ты сначала повернись, ты хотя бы с человеком поздоровайся, а? Здравствуйте, извините, да тут, здравствуйте. Здорово, так, а в сундуке что у нас тогда получается? У нас получается серебряные патроны и ружье. А швейцарский ножик? Ага, ну швейцарский ножик, ты тогда забирай себе два ножа в руки бери, а я заберу, получается, ружье. Так, ну и на кого я тебе похожа тогда? Ну, Катюшка, руки-ножницы. Отлично, все, мы теперь точно спасены, а что нам дальше-то делать? Ага, все, спасибо, кем бы ты ни был, спасибо, выходи давай на улицу, давай, Катька, руки-ножницы, давай, выходи, слушай. А что, мне ружья-то не досталось? Да там только одно ружье было, учитывая то, что я смотрел очень много фильмов про оборотней, серебряные пули вроде должны их кокнуть сразу же! У меня аж дар речи пропал. Это же какой-то странный волк. Неправильный. Это не волк странный. Это лагерь странный. Ядрить, колотить в лагерь оборотней, когда мы сюда приехали. А ты не заметила то, что вожатые почему-то даже просили не жарить им мясо, а сырым их кушали, не? Тебе не показалось это странным? Я даже не заметила. Так пошли к ним в комнату, спросим у них, что происходит. Они же вы тут сидели, вот здесь, вот в этом доме. Сейчас я к ним зайду, попрошу помощи. Сейчас. Ребят.
Бандиты Дуримонда, они же в лес убежали. Это они, оборотни. Полнолуние стукнуло, и все, пердос, заманили нас в лагерь. И сейчас сожрут просто живьем. Да ну не может быть такого, я даже не догадалась. А тебе не кажется то, что их как-то слишком много стало в этом лесу? Так, подожди, мы же и не зря с тобой капканы нашли, да? Еще убежал, скотина. Давай ты защищайся со своими ножницами, только в капканы, главное не становись, а я пока их сюда расставлю, чтобы, если что, хотя бы один оборотень в него попался. Швейцарские ножи, сила, оборотни, могила, на, собака, получай! Точнее, волк, на, держи, что эти ножи какие-то гжавые, не раскрываются, что ты смотришь, помогай! А хотя не надо помогать, я и так все смогла сделать. Ну чего ты ждешь, стреляй, давай скорее, пока он рядом. Да ты подожди, я же капканы не просто так расставил, а наверное для того, чтобы они подошли ближе и попались хотя бы в один капкан! Да! Вот сейчас уже... Да! Видишь, как это работает? Капканы же не просто не дебилы придумали! Так, погоди, сколько мы убили? Сколько этих вожатых было? Вроде четверо, а убили мы скольких? Вот и убили мы вроде четверых. Надеюсь, у них там больше нет дружков в лесу. Лесник, который нам ружье дал. Точнее, не дал, а мы его украли просто. Думаешь, он тоже с ними? Мне кажется, в этом городе все оборотни понемногу. План такой. Я стучу, он открывает, ты кокаешь. Давай. Все понятно, давай. Без лишних церемоний. Стучи и отходи, давай. Давай. Закрывай. Так, все, готово. Ну все? Это вроде все, кто были в городе. Три вожатых, один пацаненок и лесник. Вроде все. Отлично сработано. А кто вообще мог подумать, что все вожатые в этом городе реально оборотнями будут? Не, ну слушай, сейчас, когда мы со всеми разобрались, можно еще мясо пожарить. А чё, как бы нет, давай садись. А что, у тебя осталось еще? Конечно, давай, только не спали, пожалуйста. Да я не знаю, осталось у меня, не осталось. Но у меня маршмеллоу еще пару кусочков осталось и пару сосисок. Ну давай сосиски с тобой пожарим, а? Так, давай, у меня еще две картошечки есть, правда сырые, на, пожарь. Да давай сейчас пожарим. И, кстати, я уже наконец-то смогу свою историю рассказать до конца про этого страшного, темного кота, который убежал в темный... А вы кто такие вообще? А лесник там только что ты лесника убил. Ну так он оборотнем был так же, как и три вожатых и один пацанё... А вы куда вообще в лес убегали, а? Ну, уже утро. 6:00. Подъём. То есть... Вы всю ночь у себя в палатках в лесу где-то спали, да, получается? А мы всю ночь занимались фиг пойми чем, да, и вот уже и утро, да? Собирай манатки, Катя, собирай. Это... Да! Ребят, вы, кстати, в дом к леснику ближайший месяц не заходите, а если оттуда пахнуть начнет, то... Ну, он просто редко моется, как бы. У него там, он просил его не беспокоить. Пошли, Кать. Все, приятно было познакомиться. Всем пока. Они вообще в курсе, что у них ночью, пока они спят, здесь оборотни гуляют? Вот тут я уже ничего сказать не могу. Просто валим. Ну, я надеюсь, что никто из них с лесником не дружил. И никто к нему в гости в ближайшее время не заглянет. Садись на лошадь, уматываем отсюда.